Привет! Сегодня я буду готовить empanadas – пирожки, которые известны во всей Латинской Америке. Готовятся очень просто. Можно приготовить их с фаршем говяжьим, либо с курицей. А съедается за одну секунду. Рецепт простой, но вкусный результат. Надеюсь, вам понравится. Окей, что я буду использовать для начинки? Это 250 грамм фарша. Лук у меня получился 240 грамм где-то. Один перец. В Перу используется острый желтый перец. Можно добавить перец болгарский, обычный наш болгарский, и приправить для остроты черным перцем. Также добавлю карри. Кулантра – это наша кинза, соль и вареное яйцо. Сейчас я обжарю фарш отдельно, затем обжарю лук, перец, добавлю фарш, посолю, поперчу, и уже когда буду начинять пирожки, добавлю вареное яйцо, крупно нарезанное. Ну что, продолжаем.